Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 347. На отрезке AB отмечены точки C и D, причем точка C лежит между точками A и D. Давайте сначала изобразим чертеж. Пусть у нас будет отрезок AB, и на нем нужно отметить точки С и Д, так чтобы точка С лежала между точками А и Д. То есть отмечаем сначала точку Д, пусть она у нас будет здесь. А теперь между точками А и Д отмечаем точку С. И нужно составить выражение для длины отрезка, пункт А. Для отрезка АБ нужно составить выражение, если АС равняется 453 миллиметра, СД равняется х миллиметров, АДБ равняется 65 миллиметров. Ну а дальше нужно найти значение получившегося выражения при двух значениях х. Давайте сначала составим значение. Ну, то есть сначала составим само выражение. Весь отрезок AB состоит из трех кусков: AC, CD и DB. И чтобы найти длину отрезка AB, нужно сложить длину отрезка AC, длину отрезка CD, длину отрезка DB. То есть AB у нас будет равняться AC плюс CD плюс DB. Тогда мы получаем следующее выражение: 453 плюс x и плюс 65. Можно воспользоваться свойством сложения и упростить получившееся выражение. Поменяем местами x и 65. Воспользуемся переместительным свойством сложения: 453 плюс 65 и плюс x. Ну, также можно воспользоваться сочетательным свойством сложения, просто взять в скобки первую сумму: 453 плюс 65. 453 плюс 65 будет 518 и плюс x. x у нас равняется 315. Найдем значение выражения при этом значении x. Подставляем. 518 плюс 315 будет 833 миллиметра. То есть отрезок АБ в этом случае будет равняться 833 миллиметра. И второе значение х это 283. Подставляем вместо х число 283, получаем 518 плюс 283. Получаем число 801. В этом случае отрезок АБ будет равняться 801 миллиметру. И теперь решим пункт Б. Рисунок у нас остается тот же самый. Нужно теперь составить выражение для нахождения отрезка АС, если отрезок АБ у нас равен 214 миллиметров. Отрезок CD равен 84 миллиметра, а отрезок DB равен Y миллиметров. Нужно найти отрезок AC, вот этот вот. Ну и видно, что чтобы найти отрезок AC, нужно из всего отрезка AB вычесть отрезок CD и отрезок DB. Давайте подставим вот в это выражение те значения, которым равняются отрезки AB, CD и DB. AB это 214 миллиметров, CD это 84 миллиметра, а DB это Y миллиметров. Можем просто взять в скобки первую разность. 214 минус 84 будет 130,
И получаем выражение 130 минус y. Теперь нужно найти значение этого выражения при y равном 28. Тогда получаем 130 минус 28. 102 миллиметра равен отрезок АС. А если y у нас равняется 95, то получаем 130 минус 95. Получаем 35 миллиметров равен отрезок АС в этом случае. Выполнили задание 347. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.